нет. Как вот так вот это самое сказать? Скажем так, вот... Ну, даже не знаю. Дело в том, что вот... Я первый раз занимаюсь этим... Участие принимаю в такой постановке. И для меня важно все прочувствовать. Может быть, некоторые моменты для меня еще лучше. Некоторые понятны так, как я в творческой атмосфере все-таки как-то знаком, да, в этом плане, что... Но все-таки для меня важно... не терять жизнь, да, может быть, так, чтобы это... это было... продолжением жизни, может быть, так. Я точно не могу сказать, что это для меня значит, но... Это, во-первых, поиск, да. Во-вторых, чувствование всех участников, особенно партнера, да, который танцует рядом. Это очень важно. Какими движениями это все передать, как выразиться, ну, и вот, мне кажется, что вот, это вот может быть полезно и для других тоже, именно поэтому, может быть, я принял участие тоже, не только для того, чтобы попробовать свои собственные силы, и какие-то возможности, но еще и чтобы, может быть, отчасти быть полезным обществу, да, как-то не только с художественной стороны самовыразиться и выразить, но вот мне кажется, что в этой постановке что-то выражает собой, да, в этом фоне, что Хоть участники там реагируют, управляют как-то. Ну вот что-то такое связанное с жизнью, с натуральностью, да. Вот это вот меня очень привлекает в этом деле. И я надеюсь, что и пришедшим сюда гостям тоже будет интересно. Спасибо.